18 ноября свой день рождения отметил Дед Мороз. Каков возраст зимнего волшебника, неизвестно, но точно, что более 2000 лет. Дату рождения Деда Мороза придумали сами дети, поскольку именно 18 ноября на его вотчине, в Великом Устюге, в свои права вступает настоящая зима. Что пожелали славянцы Деду Морозу, расскажут Тина Копачевская и Александр Косицын. Совсем скоро Новый год, и мы с детства привыкли, что вместе с новогодними праздниками к нам в дом приходит Дед Мороз, поздравляет, дарит подарки. Но есть единственный день в году, когда поздравления принимает сам волшебник из Великого Устюга. Сейчас мы узнаем у жителей Славянска на Кубани, что они пожелали Дедушке Морозу в его день рождения. Пускай подарков побольше принесет, ну и я даже не знаю, что пускай еще столько же живет, сколько он прожил. Пускай таким же будет толстым, пушистым. И все. Я желаю счастья Деду Морозу, чтобы он дарил каждый год еще больше подарков, давал надежду, чтобы маленькие детки писали ему письма, ну и чтобы он никогда не пропадал. Хочу пожелать ему, чтобы он детям приносил подарки. Я бы хотела ему пожелать, чтобы он, ну, чтобы всегда был такой же доброжелательный, ну, к детям, чтобы всегда дарил им подарки, ну, и чтобы он никогда не отказывал детям. Побольше послушных детей и взрослых, чтобы у него было много-много заказов, и побольше зарабатывал, и побольше, чтобы всего оптимистичного и позитивного. Деду Морозу желаю, чтобы у него было еще больше помощников, которые раздавали подарки вместо него, потому что его на всех не хватит, он один у нас. Вот. Я сам в него верю до сих пор. Хотел ему пожелать, чтобы он никогда не старел, чтобы также продолжал дарить детям радость и счастье.